Да, так вот, с этими выборами, я не думаю, что, придя какой-то другой, very nice, park, nice park here, perfect, very beautiful, красивый парк here, здесь. Я говорю, что с приходом любого президента никто хомут с головы работающего американца не снимет, все равно будешь работать так же. Что-то, конечно, может измениться, но не сильно. Ну, во всяком случае, это мое такое видение за мои 15-летние здесь годы, 15 лет жизни здесь. Вот. Honey, where is people who vote? Why here no protest, nothing, а? Я говорю, что мы ни протестов здесь не видим, ничего. О, этот пенсионный дом. Видели, вот эти автобусы развозят перхоток. Пенсионный этот, дом престарелых, другими словами, вот там был с этими, такие были эти мини-автобусы, беловатые такие, с носами. Это у них транспорт такой. Туда можно завозить эти всякие эти инвалидные кресла. Вот. Ну, здесь вот будут дома, конечно, подороже. Здесь море рядом, и квартиры тоже здесь, конечно, будет цены повыше. Ой, здесь старое, видите, даже эти кондиционеры вставлены. Старое что-то такое, здесь древнее. Обычно кондиционирование в зданиях, а здесь навешивают на окна. И все с собаками, все с собаками. Но это после работы люди, как раз это время сейчас к 6. Они выгуливают своих животных. В Америке страшно любят собак. Это просто. Ну, кошек я не вижу, их же не выгуливают. Видела, что выгуливают, но не так много, как собак. Это редко. Видите, дерево, да, какое классное. Ну, Ханя, ну, протест, right? No. Я говорю, давай заедем какой-нибудь тут по пути. Хазбан ехал по делам в городок. Давай посмотрим протесты. Ну, должны же быть в период этого... период выборов, день выборов, протесты нам давай. Не протестов, нифига. Девчонки американские ходят. Everybody has their dog, honey. Won't you put a leash on my neck and walk me? Говорит, everybody has a dog. Говорит, все имеют, говорит, собаку, honey. А то say again. Everybody has a dog. Why don't you put a leash on me and walk me? Лишь это ошейник. Говорит, everybody has a dog, говорит, honey. Это он мне говорит, дорогая, все, говорит, имеют собак. Может, говорит, мы купим ошейник, ты на меня наденешь и будешь меня водить. Honey, yes, but I will love you, you know that, right? Yes. Я говорю, я буду любить тебя. А здесь же, когда вот это кормят, ставят на пол для собачек этот воду, знаете, да, на специальные такие. То есть, а хозяин ест, и для нее вода, особенно в жаркие дни, потому что у нас... Сегодня у нас ноябрь, 3 число. Это самое... Ну, значит, хазбанда водить на ошейнике. Я говорю, я тебя буду любить. Ой. Ой. Что-то падает тут. Что у него падает. Ой. Лыж. Мишейник. Мало людей в ресторанах. Представляете, день выборов. Казалось бы, должно быть много народу. Нет. Такие парочки. Приодетые маленько. Третье ноября сегодня, ну, температура такая немножко нормальная, можно сказать. Ну, где-то, может, градуса 23-22, то есть не жарко. У нас немножко вот спала жара эти дни. Прямо-таки хорошо. Будет опять жара, и будет еще жара, и в январе будут. Но это, ну, все равно не такая, как летом.
Красиво, да, здесь ничего. Beautiful here, honey. Is it? А вот это вот собирает деньги. Вот там тетя стояла с этим на маленькой машинке белой. Как-то их называют каким-то ругательным словом. Я забыла, спрошу у хозбанда. Они на парковке просматривают твое время. Да, здесь митер. Митер — это вот эта вот машинка, куда деньги бросаешь. Коинсы здесь, монеты. Там на столбе. Ну, я вам показывала, как-то митерс их называют. Как метр. Все равно, что... Ну, и в этот метр скидаешь 25-монетные, центовые монеты за стоянку, да? И там время пишется. Ну, например, там 2 часа, да, бросил. А она вот это вот на машинке проезжает и проверяет время. Если нет, она тебе штраф, бэмс, под этот, под дворник, и платишь. И, ну, как-то их называют так, ну, типа стервятники, типа как-то забыла им название. То есть очень ругательное слово этих людей, ну, которые там просрочил 5 минут, бэмс. А некоторые люди отдают свое время. Вот так приехал, заплатил и уезжает. Ну, ему надо, например, уехать. Да, или там не встретился с кем-то, с кем хотел встретиться. И часто отъезжает и говорит, возьмите мой митер. То есть там смотришь, а у него еще 1-1.5 часа. О, окей, значит, взял. Но опять же, час проходит, если ты пролазил дольше. Вот там вот митер, да, видно. Вот он митер. Вот этот столбик там, да? Видите, вот там. Ну... Если... Да, не везде эти метры. Наверное, что они в больших городах в России тоже везде. Вот он, метр. Но так надо же приходить и продлевать, даже если он тебя отдал, понимаете? Что ты час полазил, вроде как бесплатно тебе, да, но придишь и опять добросай монеты, когда метр закончил работу. Вот. Вот он, этот метр. Вот. Один стоит, а обычно они спаренные. Вот. И там даже мигает эта лампочка. После 7-8, после 8, наверное, здесь бесплатные. Обычно в городах после... Или после 8, или после 9. Honey, about meters to pay. Is it for free? What time? After 8 or after 9? Free. On the night time. Not everywhere. It differs with city you're in. Он говорит, нет, это говорит по-разному, в зависимости от города. А я считаю, ну, наверное. Да, конечно, по-моему, есть же ночные города, типа как в Лас-Вегасе, там вообще не на машинах. Ну, в Нью-Йорке, наверное, там, наверное, по-другому, может. Но я знаю, что после какого-то времени for free. Free — это бесплатно. Да. Есть такое. Ну, когда уже там после 9, если после 8, бесплатно, что ты туда поедешь? Ну, как это? Поздновато уже. Поздновато для молодежи нет, а для людей солидных поздно, кто работает. Вот. Но, ну, вот в день выборов город такой сонненький какой-то. Not so active, а? City, honey. Ой, ну. Случайный. Ой, изи. Сонненький. Не особенно-то. А ну, let's go. Красиво здесь, хорошо. Тем более, так это не жарко. Не жарко. It's so pretty. Ой, oh, so nice, ага. А как его чесать? А как за ним убирать этот самый волосы в этом, в доме, в квартире? В даунтаунах городов очень часто один путь. То есть здесь нет встречного движения, да, видите? Только прямо, налево-направо. Иногда только прямо, иногда только... прямо налево, иногда только прямо направо, ну то есть вторая за домами параллельная дорога будет со встречным движением. Вот. Grandma went in tights, boy. Who is? Grandma. What is it? Oh, I did not see. Nice, honey.
Знаете, церковь такая красивая. Методистская. Методистская church. Вау. Красота. Говорят, нет старых зданий в Америке. Есть старое здание в Америке. Красиво внутри. Ну вот видите, надо выбрать воскресенье, куда-то по городам проехаться и зайти. И зайти в эти самые, в церковь. Воскресенье ж. Заходит. Ханя все время роняет там какую-то штуку. Ханя, не роняй. You scare me. Я говорю, пугаешь меня. Старые дома вот здесь вот такие старые. Они, конечно, обделанные уже. Вот. Ну, старые. Вот эти частные, я имею в виду, были. А это похоже что-то на русскую хрущевку. Ага. Старый американский стиль. Ой, что-то у меня совсем пропало. Видимость. А это похоже на дом культуры. А, театр. Палладиум. Театр местного значения. Вот эти вот домики старые такие. Старые. Ой, что это пропало у меня? Резкость. Ой, резкость пропадает. По какой-то причине полиция на перекрестке. Why полиция? Акцент, характер, да? Мы думали, что это в связи с выборами, а это машинный акцидент, этот авария на дороге. А это Байдена этот знак. Чтоб его выбирали. А это полицейские, которые работают бедные в этот день. Конечно, трафик побольше, потому что люди на выборы едут. И, конечно, будут эти аварии больше, безусловно. А все в Америке в аварию попадают. Но бывает такое. Ну, даже не в аварии, а чисто поцарапал, царапнул. Говорит, я говорил им, говорит, ремонтируй тормоза. But everybody okay, right? Если стоят около машины, все в порядке. Если нет ambulance, ну, это скорая помощь рядом, то все с ними хорошо. Ой, а у этой у черной побит фронт, да? Спереди фронт. Разбита. И стоит бедный рядом этот водитель. Honey Green. Go. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ну и напоследок. Американский флаг. До свидания. Ждем, кого выберут. Но результаты будут попозже, конечно. Там они подсчитывают. Но все, день выборов закончен. God bless America, да? Honey. Land that I love. God bless America, да? Honey. Land that I love. Ну, see. Maserati. Is my almighty.